Сапэ пушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Дископанда и добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня играем Pet Ranch Simulator 2. Многие подписчики просили меня зайти в него и глянуть. В первый я не играл, а вот во второй решил зайти. Давайте вместе осмотримся, что у нас тут есть. Выглядит довольно-таки симпатично. Первый раз, когда я увидел это небо, я просто офигел. Смотрите, как прикольно сделано. Оно сделано в мультяшном таком стиле, плюс еще какие-то различные у нас там облака, звезды и так далее. А посередине есть какое-то большое здоровенное дерево с кристаллами. Вот сейчас, как на данный момент это все выглядит, мне нравится. Вообще, просто красота. Тем более в преддверии Нового года, да? Так, сланенько, давайте мы с вами здесь осмотримся. Что у нас тут есть? У нас есть бусты. Бусты за робоксы, понятно. Для начала нам это не интересно. Какие-то у нас тут есть квесты. 2 X-Coin, Boost, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, вижу у нас здесь внизу слева какие-то монетки, какие-то секунды. Что-то будет производиться в секунду. Так, а где мои питомцы? Что у нас тут вообще есть? Так, какие-то Available Adventures, то есть какие-то возможные приключения, которые мы можем здесь начать. Ладно, сейчас глянем. Так, далее, друзья, вот это что у нас? Квесты, тоже какие-то квесты можно будет выполнять. Хач 30, поймай 30 яиц. Поиграй в 5 мини-игр, поиграй здесь 20 минут, отлично. Так, здесь у нас менюшка есть, у нас есть питомцы, смотрите. И что, уже сразу есть? Ну-ка, давайте ставим раз питомца, два питомца, три питомца. И что, я их поставил? Смотрите, я могу поставить 4 пета, да? И у меня сразу же идут бабосики, красотули, красотули. Бабосики у нас поперли. Так, вот мы видим, что у меня 5... звездочек в секунду каких-то идет. И 21, а вот эта лапка. А, это типа деньги, да? X1, окей. О, вот они ползают, что ли? Вот они, мои петы, смотрите. А, вот у нас здесь генерируются. И здесь тоже можно их собирать, да? Можно постоянно кликаться. Блин, прикольно. И ведь... А, здесь у них еще экспа, смотрите, копится. Левел 1 из 15. И что, она автоматически будет закапливаться, да? Так, и мне постоянно нужно будет вот сюда вот кликать. Ладно, понятненько. Давайте глянем, что здесь у нас. Есть ранчо. Ранчо апгрейд. Можно апать будет наше ранчо, что ли? Обалдешечки. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Так, increase number pets. Оба-на. И это что, не за робоксы, что ли? Это не за робоксы? Ну-ка, смотрите, апгрейд. И что, теперь я хотите сказать, могу больше петов поставить? Обалдеть! Так, а где мне их взять? Обычно это все за робоксы, когда мы можем... Так, а это что такое? Это что такое? Ёлка! А ее нарядить можно? Ёлочку куда? Давайте прямо здесь на входе. Чтобы ребята забегали. Так, экзит. Красота! Я сделал ёлку. Так, где гирлянда? Хочу наряжать. Так, ладненько. Так как я здесь что-то апгрейдил, давайте посмотрим. А как мне еще взять тут петов? Какие-то есть мини-геймсы. Мини-геймсы. Flying Pet, так, ну-ка, вот это, сыграть, что такое? Так, А, Д, назад, влево, вправо, понятно. А, сейчас что-то надо будет уворачиваться, либо что-то хавать. Так, вангую, наверное, вот эти штуки нельзя? Или можно? Можно, не можно? Можно, не можно? Напишите в комментариях быстрее, пока я не врезался. Можно ли вот эти хавать? А мы, наверное, скоро это сами и проверим, да, ребят? Короче, если вам понравится этот симулятор, напишите в комментариях, кто в него вообще играет. А также напишите в комментариях, можно ли хавать вот эти штучки. Собираем 1000 лайков, друзья, и тогда я выпускаю новую серию, если вам понравится. Это пока для теста. Так, нифига себе, нифига себе. Мы тут парочку собрали, парочку собрали. Так, неплохо, да? Ой-ой-ой, что-то она ускоряется сильно. Что-то как-то сильно ускоряется. Мы 70 уже каких-то приколюшек собрали. Все, я что-то врезался. Окей, мне... Ого, это что, монет столько дали? 20 тысяч монет?
Вы что, прикалываетесь, что ли? Обалдешечки. Так, какая-то штучка здесь, логин. А, за логин, смотрите, мне что-то дается еще, да? Первый день, денежек 30 дастся, друзья, и также питомец. И за 30-й день какой-то мега легендарный, да, сам балдешечки. Так, что здесь у нас? Какой-то мы квест выполнили. О, у нас 2 X-Coin, короче, оба, натики, у нас двойные монетки, что ли. Что-то там у нас двойное апнулось, ребята. Так, ладненько, давайте... Так, во-первых, нужно поставить, пока у нас там какие-то бусты, не бусты. Так, а какие у нас стоят питомцы? Поставить. И вот эти не стоят, да? Вот эти не стоят. А, все, понятно. Зелененьким это выделен, а желтеньким это, которые уже у нас стоят. Я могу еще пета поставить? Так, давайте сбегаем туда. О, уже вижу там яйца. Если это яйца, это что? Правильно, их можно разбить и вылупить оттуда и... Нет, надо было, наверное, не так сказать. Это значит, что можно повыбивать оттуда питомцев. Так, блин, как клево здесь все ярко сделано. Вот дизайнерам респект. Тем, кто здесь все рисовал, просто респект и уважуха. Так, смотрите, у нас тут есть яйца. О, автоматически, бесплатно. Капец, да тут просто аттракцион невиданной щедрости. Все, что-то у нас тут бесплатно. Почему все бесплатно? Обычно все это за робоксы. Ну, в Ангуй, наверное, X3 вот это открывать нужно будет, конечно же, уже, друзья, за робоксы, да? Так, давайте пооткрываем яйца. Наверное, дешевые, ребята, потому что нам нужно там выполнить квест. Там сколько надо было яйца, не помню, открыть, да? Давайте мы пооткрываем. А также, ребята, здесь есть кодики. Мы с вами потом введем еще какие-нибудь коды. Давайте попробуем что-нибудь. Так, ладно, давайте мы отсюда вылазим. А что у нас там такое? 8. Это мое количество питомцев, которые я могу открыть вообще здесь. Либо это мне до квеста. Не знаю, что это такое. А, это рарный нам выпадет. Это нам выпадет гарантированно рарный, что ли? Ну-ка, вот следующий. 8. Ну? Выпадает этот? Да, нифига себе, тут сразу можно посмотреть, кто выпадет. Смотрите, здесь такой эпичный. Здесь эпичный. Здесь какой-то легендарный. А сколько стоит... Открыть. О, а что это такое? А, это какие-то реберс токены, наверное, да? 50 миллионов, офигеть, самое дорогое яйцо. 50, так, логин я забрал, гад. Это я все забрал же. Что она горит там? Так, а где у меня здесь квесты? Квесты. Сколько там выбить их надо было? Special start. А, типа начать вот эти приключения надо, ну-ка. А Treasure Dig available. А что здесь делать надо? Так, и чё? А что сделать-то надо? Таймер. 5 минут. Paid Training. Get Reward. Я не вижу, что надо сделать, ребята. Treasure Dig 2. Окей. Get Reward. А что сделать-то надо? Я не вижу. Где написано, что надо сделать? Так, кодики есть. Ладно, давайте вводим коды. Кто я? Правильно, я ютубер. И мы любим все ютубчик, поэтому вводим код YouTube. И что-то мы получаем. Какую-то собаку. Отлично, код есть. Следующий код у нас лаунч, запуск. Вводим, друзья, и получаем... О, какой-то буст на 10 минут. Красота, для начала нам это очень сильно понадобится. Далее, альбатрос. Альбатрос. И еще какой-то вводим, друзья, код. И получаем еще коины. Обалдешечки. Так, погодите, а давайте-ка мы за 30 тысяч еще откроем практически 2 яйца. Так, а я могу их поставить? Погодите. Что-то я выполнил, я так и не понял, что это за шляпа была у нас. Так, я могу что-то еще, смотрите, еще какие-то штучки апгрейдить. Так, 200 заборов, а у меня 100 заборов. Так, а как мне эти заборы нафармить? Я не знаю, наверное, за квесты. Да, вот за квесты даются эти заборы, отлично. Так, ставим петов, я могу... Воу, нифига себе! Эпичная собака, но у Шани... Смотрите, ютубчик какой-то. Так, а у него там характеристики, да, еще есть у них. Смотрите, соточку будет приносить. Ставим. О, красотули, красотули. Так, это у нас курица. А это вот их прирост, да? Так, вот это мы убираем, вот это мы тоже убираем. Вот это тоже убираем. Хорошо, что они здесь отсортированы. Ставим этих зайцев, да? Стартовых мы повыкидывали. 6 питомцев, да, теперь мне генерируется по 400, уже неплохо. Генерируется по 400, и я могу, так, а следующее яйцо сколько? 1 миллион стоит, не-не-не-не, это очень дорого. Давайте 2 вот этих яйца откроем, посмотрим, что нам там выпадет. Эпичный какой-то падает. А, у нас здесь было закоплено, что ли, сразу же эпичный? Нифига себе, двойная удача от Капандыча.
Так, все, денег больше нет, ребята. Так, давайте поставим два этих. Ого! Вот это огонь! Вот это огонь! Так, зайцы, вы идите отдыхайте. Ставим вот этого обалденного... Quickstarter Horse Epic Shiny. Это что, лошадь, что ли? Хорс. Так, здесь собака. Что-то это на лошадь как-то не похоже. На какой-то котейка. Так, Азурка. Ты что такая грустишка? О, смотрите, их можно шини делать. А что такое один из пяти? Эпично. Да, нифига себе. Смотрите, можно сразу их сделать шайни, да? Так, было 25. Делаем шайни и становится... И что становится? Где она? Которая на теле из них? Так, вот это надо вообще удалить, наверное, да? Это мы удаляем. А есть мультиудаление? Вот это, наверное. Ой-ой-ой, нет. Это надо нам аккуратненько. Вот с этим делом надо аккуратненько, да, ребята? Так, сколько у меня? 5, 6. Все, вроде бы поставил я, да? Так, Quick Starter, комплит. Так, давайте мы побольше вот этих вот стартов наберем. Я так и не понял, что это такое. Это нам дается приз, да? Get Treasure Dig. Что здесь делать-то надо? Экспу набрать, наверное. Либо это мне дастся. Что-то непонятно, ребят. Напишите в комментариях, окей? Так, тут мы что-то выполнили. Обалдешечки. Ладно, давайте, конечно же, осмотримся. Давайте еще здесь маленечко побегаем, глянем, что есть. Так. Там, видимо, раньше других питомцев, да, у нас? Других игроков, точнее. Так, с этой стороны. Вон там ребята что-то тоже бегают. Там тоже бегают. Так, а у нас что-нибудь тут вообще есть еще, нет? О, нифига себе, вид сверху какой прикольный. Обалдешечки, святой бамбук. Так, по краям. Блин, нравится мне, как сделано. Вот кто делал левел дизайн здесь, вот этот дизайн уровней, а также отрисовал все наверху. Молодцы, респект. Кидаю вам святой бамбук, а также респект. Так, ладненько. Как мне вернуться теперь к себе? Где мое раньше? Я теперь надо по елке ориентироваться. Где-то там была моя елка. Вон там где-то еще ребята бегают. Это мое? Нет. Где мои питомцы? Мамочки родные, я запутался. Так, ого, а что это такое у него? Нифига себе, можно сразу посмотреть, какие у него петы, да? Обалдешечки, все полистать. А у меня есть такая штука? Здорово, братишка, здорово. О, можно еще на них понаводить, что ли? Так, а почему я не могу приблизить? Обалдешечки. Так, а у меня яиц еще маленько накопилось. Давайте мы возьмем. Так, все это я получил. Так, а может какую-нибудь сразу... 5 ребердов. Все понятно. Это по времени. Нам нужно просто выждать время, да? Так, чтобы 18 тысяч получить, это нам ни о чем. А вот эти вот звездочки. Так, давайте лучше вот этот квест еще возьмем, да? Нам просто нужно подождать. А я могу... видите, два квеста можно только брать. А можно как-то их побольше сделать. Побольше нам за робоксы. Ладно, будет интересно, мы возьмем. Надо, кстати, будет задонить еще робоксы. Робоксы закончились. Так, вон, наверное, мое добро все, да? Вот мой Капанда Ранч, да. Единственное, только давайте мы сейчас возьмем с вами еще яиц каких-нибудь повыбиваем, пока у нас там есть возможность. Так, реберды есть, смотрите. 2 миллиарда надо на реберд. А что нам делает реберд? Где-то плюс 10 реберд в токенов и 1 X-коин. А, коины увеличиваются и вот эти реберд с токены. Обалдешечки, прикольно. Так, после этого, ребята, давайте мы сейчас с вами возьмем еще, наверное, яйца. Вот эти все максимально, сколько мы сможем открыть. А вот это стоит уже за миллион. Хотя и до миллиона недалеко осталось. Нет, давайте мы вот этих вот откроем. Ну, не 10, наверное, поменьше. Так, камон. Так, нам сейчас это эпично еще выпадет. А 10 как раз до эпика, да? О, еще один эпик выпадает. Вообще мне везет сегодня, ребята. Так, и, наверное, на этом мы, друзья... Вот давайте еще одного. Все, хорош. Как остановиться? Остановите поезд, я сойду. Так, заходим в нашу ранчо. Так, а тут есть уникюб? Все, типа все убрать. Всех убрать. Так, убираем. Так, пошли сверху. Ставим раз, ставим два. Ставим 3. Все, 6 у нас, да? А ранчо апгрейдить за 17 тысяч. О, так и за 40 апгрейдить. И следующее за 80. Нифига себе, мы уже 12 петов можем поставить, да, ребята?
Так это же вообще огонь на изи. Вот эти штучки мне заборчики нужны. А, плюс Pet Equipped, плюс Coin Earned. Короче, будет на 2% больше он приносить нам денежек вот этих. Реберт токены. Вот это надо. Вот эти реберт токены нужны нам вообще, наверное, да, за реберды. Красотули, красотули. Так, а теперь мы можем взять... Давайте какую-нибудь мини-игру еще сыграем. Давайте сыграем. Так, 20 тысяч. Теперь надо 150 здесь, да, набрать. А здесь 150. Так, клик, либо два раза вверх. Либо Space. Так, собираем эти штуки. А, понятно. Это у нас Flappy Bird, да? Типа Flappy Bird. Так, тихо, аккуратненько. Куча мини-игр. Блин, повводили бы тут какой-нибудь Tower Defense еще, а? Прикольно бы было, да? Игра в игре, короче. Мини-игра в мини-игре. Блин, вот как нарисовано, все клево сделано. Клево, клево, клево. Ой-ой-ой-ой-ой, все, я слился. 10, да, я всего насобирал, вообще ничего. Ну ладно, это мы просто затестить. Я просто хотел затестить. 10, 10, 10. Мы, может, там какие-нибудь квесты еще повыполняем. А был 2... Так, постройте 2 объекта. Влет! Влет, влет, влет. Так, только где мое? Где мое? Вон оно мое. Так, давайте что-нибудь построим. Ну-ла-ла. Ранчо. Нет, не ранчо. Где build? Build. Close your ranch build. Где? Че? Куда закрыть? Погоди, сейчас все будет. Поближе надо подойти. Поближе, поближе. Мне показалось, закройте что-то. Так, давайте поставим. Давайте, ребята. Елку еще поставим. Да? У меня больше тут ничего нету, только елочка. Давайте с этой стороны елка будет и с этой стороны. Типа на входе у нас. Какая красота. Все, квест у нас готов. Получаем. Что нам следующее надо? Комплект 3 квеста. Готово. О, мы еще какой-то буст появились. А, у меня еще какой-то этот. Мне буст дали, друзья, какого-то кота. Кота, кота, кота. Кстати, надо было здесь котов понаставить. 12 штук мы можем поставить. Офигеть, святой бамбук. Обалдешечки. Интересно. Довольно-таки интересно играть. Так, 12 мы уже сделали. Капец, вот это мое ранчо. Вот они, мои красавчики. Еще можно вот так у них здесь позабирать, позабирать. Но мне кажется, это будет долго, да? По сколько, интересно, дается? По 1000. По 1000. Ну, кстати, неплохо, да? И у них экспа еще копится. Смотрите, 4 уровень. Они сами качаются там. Нормуль, мне нравится. Так, заходим, друзья, сюда. Здесь у нас все копится. Маленько остается 40 секунд здесь. Все понятно. Здесь, короче, автоматически, да, это вся петрушка у нас происходит. Что у нас по менюшкам тут еще есть? Мини-гейд, реберт, логин мы здесь были, да. Завтра надо будет зайти. А, на третий день. На третий день какого-то вот такого питомца эпичного получим. 50. Ну-ка, на последнем уровне. Что там? Как посмотреть? Эй, наводись-ка. Здесь что-то можно было, здесь нельзя уже, да? Ладно, он стесняется. Так, это у нас доска лидеров. Понятно, я здесь пока в ОПИ, я только сел. Индекс. У банатики Pet Collection. 76 всего питомцев, а у меня 12. Смотрите, можно пооткрывать всю коллекцию будет. Красотули, красота. Такс. Давайте, ребята, я, наверное, сейчас немножечко ускорюсь. Хочу попробовать повыбивать там более какие-то яйца. Посмотрим за полчаса, чего я здесь достигну, да, ребят? Маленько ускорюсь, чтобы было интересно посмотреть, что здесь будет через какой-то промежуток времени. Погнали! Фух, ребята, неплохо я пофармил. Смотрите, вон мое ранчо уже, да? Я, короче, купил 2 X коины на 15 минут. Ну, чтобы просто было побольше монет для того, чтобы мне записать здесь окончание видосика. Вот такие вот у меня петы. Я еще сделал одного шайни эпического. На 26 я здесь все проапгрейдил. И я, ребята, накопил 150 миллионов. Я специально копил для вас, чтобы пооткрывать яйца вот эти за полтинничек. Следующие уже пойдут за реберт токены. То есть вот это получается 4 тира яйцо у нас последнее. Ну что, давайте глянем, конечно же, что падает с 50 миллионов. Нажимаем Т-шечку, пару яиц сейчас с вами откроем. 3 яйца получается, да? 3 яйца смогу я открыть. Анкамон, хорошо, отлично, 16% нам выпал. Следующий у нас, смотрим, падает. Камоновский, так себе это, так себе, так себе. Ох ты, рарный упал, рарный, это хорошо. Так, все, выбегаем отсюда и смотрим на их статы, наконец-то, да. 20 тысяч, 18 тысяч и 12 тысяч. Смотрите, у меня сейчас 120 тысяч. Мы берем вот это все дело, снимаем. Раз, два, три. Ставим раз,
2, 3, и теперь 225 тысяч. Ну, это у меня по ходу дела вот с этими 2 икс коинами, да, ребята. Вот это я разобрался, это, короче, икс пулина у нас идет, красота. Так, вот такой вот фрут год. Я думал, это у него соска, это у него яблоко, наверное. Год, это, по-моему, козел. Фруктовый козел. Так, это у нас розовый сонгберд, какая-то птичка певчая. И это у нас элефант, да, это у нас слоник. Прикольно, вот этого жалко выкидывать, ютуберского, да. Так, можно их, конечно, вот этих в кучку еще свести. Так, а что у меня там остается? 24 миллиона. Ладно, на этом, друзья, наверное, мы хватит уже. Здесь я буду еще фармить, либо за робоксы там куплю. Не, просто надо будет, наверное, подфармить, да. Просто мы подфармим, еще подкрываем. Далее, следующая у нас цель, ребята, это, конечно же, купить вот это вот яйцо за реберт токены. Нужно сделать реберт. А реберт, чтобы сделать... Нам нужно 2,5 миллиарда. 2,5 миллиарда. Но, в принципе, не так и много. На ночь, наверное, если оставить, пооткрывать еще яйца, то будет нормально, да? Фух! На этом, ребята, видосик я буду завершать. Прикольный симулятор питомцев. Раньше питомцев, да, получается у нас. Мне понравилось, довольно-таки прикольно. Все, на этом видосик, ребята, я завершаю. С вами был Бамбуковый Медведька Панда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока!